Совсем недавно прошли выборы на пост главы студенческого совета Академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, победителем которого стал Давид Абрамян. Сегодня мы с ним поговорим о том, почему Давид выдвинул свою кандидатуру, чем же занимаются в студсовете, какие ставят цели перед собой и достигают ли их. Итак, знакомьтесь, президент Академии Давид Абрамян. Здравствуйте! Здравствуйте! Как теперь к вам обращаться, на «вы» или на «ты»? Все-таки такая должность? На «ты» я член просто. Хорошо. А часто ли теперь ловишь на себе взгляды, слышишь свое имя студентов, когда проходишь мимо кабинетов? Если честно, не успеваю с многими пообщаться, не слышу людей, когда иду по коридору, потому что много дел, много забот. Ну, давай начнем с самого начала. Ты, я знаю, что ты год учился на программиста, а потом пришел к нам в академию на кафедру рекламы. Почему так получилось? Просто программист, это у меня была такая мечта детства, можно сказать, но потом понял, что это не мое, решил, что нужно искать себя в чем-то другом. Не мог никак определиться, потом узнал, что в Академии Матусовского есть специальность реклама и связь с общественностью. То есть реклама, она связует в себе просто все сферы деятельности, можно заниматься чем угодно. И я решил попробовать, и в принципе мне понравилось, и я никак не жалею, что сюда поступил. Ну, программист — это узкая специальность, вот такая техническая, а реклама — это все больше творчество. Вот люди меняются, говорят, и я изменился. Я в школе занимала активную позицию, была в совете старшеклассников, поэтому, придя на первый курс, мне было интересно, что же здесь такого интересного, нового, чем отличается школьный совет от студенческого? Твоя деятельность началась со школы или все-таки с академии? Я пробовал тоже, начал с школы. Но в школе это были такие школьные мероприятия, на них приходили родители, там, гости из какой-нибудь администрации. В общем, это было не так интересно и красочно, как сейчас. А в Академии Матусовского студенческий совет занимается абсолютно всем. То есть сегодня я там могу заниматься одним, а к концу вечера мне скажут, что этим не занимаешься, а теперь ты занимаешься вообще третьим. И мы не успеваем так охватывать даже некоторые моменты нашей деятельности. Ну, вот, но ты производишь впечатление вот такого простого, обычного человека, который не стремится к власти. Как ты решил все-таки свою кандидатуру подать? Или тебе, может, предложил кто-то, подсказал? Ну, я не считаю, что пост председателя студенческого самоуправления — это какая-то власть. Это не власть, это, скорее всего, какой-то координирующий орган, который будет контролировать вот, работу наших комитетов. И также буду заниматься организацией и воплощением в жизнь идей студентов. Давай посмотрим ролик, за кого голосовали большинство студентов. Давай. Я считаю, что следующим президентом Академии станет Давид, так как в предвыборной гонке он очень хорошо себя показал. Его речь мне очень понравилась, а его планы, я думаю, скоро станут реальностью. Давида. Уже видел, как он работает. Он сейчас исполняющий обязанности президента, поэтому уверен, что если его взяли на эту должность, то и на посту он будет таким же ответственным, как и сейчас. Я считаю, что достойным кандидатом в президенты будет Абрамян Давид, потому что я верю в этого человека. Я думаю, что он продвинет нашу академию на ступенечку выше и поднимет наш великолепный студсовет, и все будет обалденно просто. Давид, по результатам голосования ты одержал победу. Какие впечатления от выборов? Удалось ли выполнить те планы, цели, которые ты планировал? После выборов наша работа стала более активной, чем до них, потому что ректор осознал, что студенческое самоуправление — это довольно-таки важное звено в нашей академии. И поэтому сейчас у нас очень большое количество работы, и та часть проектов, которые я готовил до выборов, к сожалению, пока что выполнить не смог, потому что времени не хватает. Но я думаю, что в 2019 году мы, конечно же, все осуществим. Раз ты стал президентом, теперь, я думаю, тебе можно прогуливать пары, не выполнять домашние задания, потому что у тебя есть оправдание. Вот какие привилегии твоей должности? К сожалению, такими привилегиями я не обладаю, хотя, конечно, иногда хотелось бы. Но приходится, конечно, совмещать и учебу, работу. Такое же отношение, как к другим студентам. Я же такой же студент, как и все. Я тоже обязан учиться и сдавать вовремя домашние задания, аттестации, работы всех курсовые. Вот, я тоже хотела затронуть тему, что преподаватели очень часто жалуются на то, что мне учебная деятельность мешает учебе. Я сама с этим сталкиваюсь, поскольку у меня сюжеты и пары бывают в одно время. Я просто не могу разорваться. Как тебе эта внеучебная деятельность? Помогает или наоборот мешает? Я не скажу, что она мне мешает, потому что любимое дело, в принципе, мешать не может. Но я успеваю, в принципе, потом сдавать
если пропускаю. Ну, давай все-таки обобщим. Вот какими сферами, аспектами все-таки занимается студенческий совет? Занимаемся мы несколькими направлениями деятельности. Одно из которых — это волонтерство, как я уже упомянул. Также у нас есть международные отношения. Наши ребята связываются с другими вузами, проводят с ними общие мероприятия, а также с общественными организациями нашей республики. На плечах совета лежит ответственность за поведением студентов в общежитиях. У нас есть комиссия, которая проверяет порядок в комнатах и порядок в общем в общежитиях. Твоя команда справляется? Так как жалоб к нам не поступает, а наоборот, только все хвалят. Сегодня еще все увидим про жалобы. У меня есть видеоролик, который мы посмотрим немножко позже. Какие сейчас ты цели ставишь перед собой? Что ты хочешь обновить, усовершенствовать, добавить в нашу академию, в наш вуз? Мы будем стараться делать так, чтобы у нас в академии было больше мастер-классов, чтобы студенты слушали это уже от специалистов о всех тонкостях профессии и знали, что их ждет впереди, что они вообще выбрали. Потому что не все можно познать теоретически. Давай все-таки посмотрим, чего же хотят сами студенты. Твоему вниманию ролик. Далее в программе. А то как бы непонятно, мы учимся в доме, в подъезде или в академии. Изменить удобство вот нашего расположения на перерывах. То бишь поставить в поле какие-то, ну не лавочки, а пуфы можно, какие-то мешки мягкие. Сейчас это очень модно. Ну, к декабрю это вот уже 100%. Какие у тебя есть кумиры, люди, на которых ты равняешься, вдохновляешься? Работай, еще раз работай. Давай все-таки посмотрим, чего же хотят сами студенты. Твоему вниманию ролик. Давайте. Я считаю, что не хватает в академии украсить стены какими-либо картинами. Вот идешь по коридорам, а я знаю, что вот у нас очень много художников, дизайнеров. Почему бы вот не повесить сюда даже на эту же стену какое-нибудь произведение искусства? Изменить бы я хотела, во-первых, повесить название нашей академии, а то как бы непонятно, мы учимся в доме, в подъезде или в академии. Это первое. Второе бы я хотела, чтобы перемену можно было услышать и на четвертом этаже, ну то, что сам звонок прозвучал на четвертом и на первом. В общаге я хочу поменять, чтобы сделали горячую воду, потому что в душе постоянно холодная вода. Еще очень холодные батареи, очень холодно в общежитии. Я давно говорю, что нам не хватает экрана, который будет установлен в лекционном зале, для того, чтобы преподаватели просто могли приходить с флешкой, всовывать ее в ноутбук, который будет уже там, и сразу же иметь возможность показывать что-то. Во-первых, хотелось бы изменить удобство вот нашего расположения на перерывах. То бишь поставить в холле какие-то, ну не лавочки, а пуфы, можно какие-то мешки мягкие. Сейчас это очень модно и популярно. Во-вторых, медпункт, потому что при любом травмоопасности, при любой, нет первой помощи, ну, которую мог уже доказать та же медсестра. Смотришь, выполнишь. К сожалению, не все в наших силах. Что в твоих силах? Вот скажи, что ты сможешь? А пообещай перед студентами. Могу пообещать, что мы изменим ситуацию с украшениями наших стен. Можно задействовать наших художников, там, дизайнеров, чтобы они разработали что-то интересное, какие-нибудь проекты. И мы, я думаю, в принципе, это в наших силах. Мы можем это реализовать. Все студенты просят лавочек, хотят сесть. Что по этому поводу? Все обещают и никак не могут. Переговоры ведутся, но есть в этом году появился такой шанс, что у нас все-таки будут лавочки, но я ничего не обещаю. По поводу остальных, почему медпункта нет? Ситуация с медпунктом тоже скоро решится, просто никак не можем в связи с недостатком аудиторного фонда подобрать вот подходящий кабинет для медсестры. Насчет общежития? Общежитие, ну, к декабрю это вот уже 100% в комнате будет тепло. Вывеска. Вот насчет вывески. У нас, правда, нет. Как называется наше учебное учреждение? Будет ли что-то изменяться? Ну, я предложу ректору насчет вывески. Я думаю, нет, кому сомнительно. Ты в сфере лидерства достиг вот таких высот. Стал президентом академии. И в сфере рекламы, я тоже думаю, ты добьешься своего. Какие у тебя есть кумиры, люди, на которых ты равняешься, вдохновляешься? Я не могу выделить кого-то одного, потому что все люди, которые достигли определенного успеха, они для меня уже кумиры. Вот из последних таких вот людей, которых хотелось бы отметить, это Стэн Ли, наверное. Это с детства мой кумир. Я увлекался, знаю его биографию, тоже это человек, который достиг вот просто пика своей популярности, достиг очень многого, всеобщего такой любви, хотя он был из бедной семьи,
никому неизвестный, жил без отца, служил на фронте. Уточни, профессиональную именно сферу и политическую, именно там, в этих направлениях? Там. В плане политики, конечно, мой кумир – это Владимир Владимирович Путин, потому что его высказывание – это что-то просто вот невероятное. Я не представляю, как можно строить так предложение и совершать такие поступки, о которых потом говорит весь мир, там, не один месяц. Я знаю, что прошло совсем немного времени с назначения твоего на должность. Каких достижений ты уже достиг? Мы достигаем всего команды. Мы выступали буквально недавно на слете трудовых отрядов в рамках форума «Донбасс». Показали мы себя довольно-таки неплохо, всем понравилось, на фоне остальных мы смотрелись лучше всех. А вот как ты относишься к критике? Она тоже в нашей профессии очень часто. И вот я просто, когда мне скажут, что мне что-то неправильно вышло, что-то плохо вышло, я просто отодвигаю это, и я просто к этому даже не притрагиваюсь. Как ты справляешься с этим? Я люблю критику, но критику вот от своих друзей. То есть просто им я доверяю, и мне кажется, что только они могут сказать правду. Я думаю, ты тот человек, который планирует все наперед. Кем ты видишь себя через 5 лет? Я не люблю загадывать наперед. Я, конечно, строю там определенные планы, но это планы краткосрочные. То есть, опять-таки, только исключительно по работе, которую я делаю сейчас. Кем я стану через 5-10 лет? Там, ну, все-таки политиком или рекламной деятельностью? Я пока не определился. Ну как не определился? Конечно, хотелось бы пробовать себя скорее в политической сфере. Пошел на рекламу для того, чтобы соединить все вот аспекты творчества в одно. А сейчас ты говоришь, что тебя больше политика привлекает. Но политика тоже, я ж не пойду сразу там на пост там, главы республики. Нет. То есть можно пойти работать в Министерство культуры, в пиар-отдел и работать по специальности, но опять-таки это будет связано с политикой. Процветание нашего вуза зависит не только от председателя, но и от студентов. Что ты можешь им пожелать, либо приказать сделать? Я не приказываю, я только прошу, то есть это все исходит от их инициатив. Что бы хотелось им пожелать? Побольше успехов, побольше желания. Побольше отдыха, потому что некоторые из нас просто они не отдыхают, они как роботы учатся, работают. Напоследок формула успеха нового председателя студенческого самоуправления Давида Абрамяна. Работай, работай, еще раз работай. Все мы будем следить за дальнейшими вашими планами и действиями. В связи с этим я хочу пожелать вам много сил, вдохновения и творчества на их реализацию. Спасибо большое, будем стараться. А с вами была Ангелина Коновалова и новый председатель студенческого совета Давид Абрамян. До новых встреч!